об атмосфере, то уже все куда-то спешат, бегут, опаздывают на конференции, встречи. Гости не выпускают телефоны из рук, и не только для того, чтобы записать деловые контакты, но и просто, чтобы сделать фото или снять видео для социальных сетей. Здесь на самом деле есть что посмотреть. Площадки регионов России, иностранные делегации, стенды и павильоны с уникальным дизайном. На площадках можно увидеть фонтаны, рестораны и трехметровые клумбы. Одна из самых популярных – это стенд из цветов с изображением Юрия Гагарина. Уникальный дизайн и у нашей выездной студии, у студии нашего телеканала. Она уже в полной боевой готовности. Сейчас решают организационные вопросы, готовятся к интервью.